Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Azərbaycanda Mədəniyyət İqtisadiyyatı Şuşadan İnkişaf İmpulsları adlı beynəlxalq konferansdan bir daha salamlayırıq. Hal-hazırda müxtəlif mövzularda beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə müzakirələr davam edir. Panel müzakirələr gedir hal-hazırda zalda və ümumiyyətlə təəssüratlarını bu tədbirlə bağlı və gözləntilərini bizimlə Aray Kasabekova бөлішәжәй, Қазақстаннан нүмайындамыз бар. Здравствуйте, добро пожаловать в Азербайджан. Каковы впечатления от данного мероприятия и каковы ожидания? Ну, данное мероприятие вообще мечтала попасть. Для меня это начало возрождения тюркской культуры. Я считаю, что Шуша становится центром притяжения тюркской культуры, и она таковая есть и будет, я думаю. Вот. Поэтому для меня, у меня очень самые высокие, лучшие впечатления. Я вот ездила в Шушу вчера. Позавчера была там конференция, и мы там генерировали идеи, как можно Шушу развивать, как она, как ее модернизировать, как ее сделать точкой притяжения. Вот это очень интересная дискуссия была, и я впечатлена экспертами, уровнями экспертов, которые там, насколько, так скажем, вдохновлены именно этой идеей, о том, что Шуша, как ее развивать. А насколько, по-вашему, важно проведение, организация подобных мероприятий вот, в современном мире? Очень важно, конечно. И в первую очередь сейчас становится важным вопрос культуры. То есть раньше, сейчас становится важным не материальные вещи, а культурные умы людей. Есть сейчас идет борьба за умы людей. Поэтому именно культура выступает как, так скажем, как лечащий врач. Да? И таким образом мы, развивая культуру, мы лечим души людей. И Шуша, она действительно, так скажем, для меня лично это возрождение тюркской культуры. Спасибо большое. Успехов вам. Бәлі, қонағымыз да қейд еттіği кімі Шуша артык Türk мәдениетінің бір мәркәзі кімі артык insanları өзіне cәлб edir ve 2 günlük konferanstan sonra təəssüratlarını bölüşen қонағымыз onu da qeyd edir ki müasir zamanda, indiki zamanədə artıq maddi maraqlar yox, məhz elə mədəniyyət maraqları insanları daha da çox birləşdirir və mədəniyyət ümumiyyətlə bütün dünyanı sülh içində inkişaf etməsinə çox böyük bir töhfə verir. Bu baxımdan da bu tipli tədbirlərin keçirilməsi və təşkil olunması çox vacibdir. Hələlik isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Konferansın gedişatı ilə bağlı növbəti buraxılışlarda da sizə ətraflı məlumat verəcəyik.